По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, главы региона и депутатами районного маслихата Кайрат Омаров занял пост акима района Шалакына. 45-летний уроженец села Прекрасного Володарского района Кокшетауской области ранее был акимом Новоишимского сельского округа, заместителем акима района имени Габита Мусрепова, руководителем управления сельского хозяйства. До настоящего времени занимал должность акима района Макжана Жумабаева. Кайрат Омарова представил активу района руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области Руслан Альшев. В частности, опыт по молочно-товарным фермам распространяется по всей республике по поручению главы государства. Именно Северный Казахстан является опытной площадкой и показал хорошие результаты. И теперь этот опыт распространяется в целом по всей республике. Поэтому здесь большие задачи стоят, Кайрат Кулуевич. Для увеличения производства молока нужно прорабатывать вопрос строительства молочно-товарных ферм нового формата, работать с крупными сельхозформированиями, работать с кредитным портфелем, который предоставляется государством. В районе необходимые условия имеются, хороший балл бонитета, земля, сельхозтоваропроизводители тоже, в принципе, крепко на ногах стоят, поэтому нужно эту работу усилять. Бывший аким Рахат Смагулов назначен главой района Макжана Жумабаева. Он возглавлял район Шалакына 4 года. Сегодня я завершаю свой путь на посту акима района Шалакына, обращаясь к вам с чувством глубокой благодарности и искренней признательности. Я возглавил этот район 4 года назад, и за это время мы вместе достигли многого. Этот путь был насыщен множеством значимых событий и достижений. Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность руководству области и нашим депутатам. Ваше доверие и поддержка позволили нам реализовать многие важные инициативы, направленные на благо жителей. Благодарю вас за конструктивную критику, за предложение и за совместную работу на благо района Шалакына. Особую благодарность хочу выразить нашим уважаемым аксакалам. Старейшины и почетные граждане района поблагодарили Рахата Смагулова за добросовестную работу. Новому акиму они пожелали успехов и поздравили с назначением. Много сделано по благоустройству вами, Рахат Назарбекович. Вот, особенно, значит, в этом году, в прошлом году по асфальтированию. Приятно проехать. Народ весь, тем более они... Сергеевка не так уж большая сейчас, когда-то был город, но он и сейчас город, но все равно население очень много, текучесть большая, потому что рабочих мест, действительно, вы правильно сказали, что надо создавать рабочие места. В зале присутствовали также депутаты, руководители силовых структур, отделов районного акимата и аксакалы. Анна Куликова, МТРК.